первый взгляд, это обычная гильза, но бойцы используют ее как обманку для противника. Фитиль загорается, дает тепло, а дроны, которые ищут как раз-таки бойцов, они на него именно. Цепляет тот факт, то, что ценой своей жизни он борется за свою страну, защищает мирных людей. Наша задача — сохранить об этом память и наследие. Общаясь с этими детьми, понимаешь, какой у них абсолютно другой взгляд на этот мир. Они видят постоянные военные какие-то действия. Мы специально создали этот музей, чтобы увековечить историю этих детей. Когда все это видишь, то совершенно по-другому ощущаешь, что за события происходят в наше время. Поэтому для школьников, для преподавателей московских школ это очень большое подспорье, чтобы отвечать на вопросы. Зачем? Почему? Музейная педагогика – это один из важных проектов системы московского образования. И урок музея методически проработан на опыте разных музеев города Москвы. Это не только реальные экспонаты, это урок истории.